Приветствую вас. Сложно сказать, конечно, так однозначно, с чем связана ваша проблема, но совершенно очевидно, что здесь в дело вмешивается агрессия. Именно ваша агрессия, которую вы не выражаете по ряду причин. Вот. Это то, что кажется мне, ну, наверное, самым таким вероятным моментом и самым беспроигрышным моментом. Потому как именно идя от агрессии можно, в принципе, прийти к вашей проблеме, которая, да, то есть это может быть различные страхи, это могут быть различные переживания, это могут быть, ну, какие-то вот трудности, вот, это могут быть это может быть, точнее, это может быть некоторая травмированность, допустим, ну вот, скажем, травмированность в результате вашего развода, который может травмировать, да, человека, и, вероятно, это то, что травмировало как раз-таки вас. Вот, то есть вариантов здесь, ну, достаточно много. Достаточно много вариантов, которые могут быть, да, и понятно, что какой-то вот вариант он ваш, да, какие-то варианты, точнее, ваши. Вот, но вопрос заключается в том, какой именно вариант ваш, понимаете, то есть, и вот с этим как раз-таки пока достаточно неясно, да, то есть, ну, достаточно непонятно, пока вот, какие варианты ваши, вот, но, тем не менее, с этим можно разобраться. Вероятно, ну вот, вероятнее всего, у вас есть как бы трудности с личными границами, то есть вы вот, не можете вы как-то вот себя, скажем, отграничить, да, от, ну, своих детей, да, то есть вот у вас, ну, не получается это сделать, вот, и, соответственно, если у вас это сделать не получается, то, да, вы будете психовать, потому что в противном случае, ну, просто вы, вам будет еще тяжелее, вам будет еще труднее, вам будет еще хуже, вот, по-другому тут просто, ну, в принципе, по-другому быть не может и не должно быть. Вот. Если вы себя в чем-то ограничиваете, то, да, опять же, агрессия будет, потому что, ну, важна вот как раз какая-то компенсация того, что вы себя там чем-то ограничиваете, например. Вот. Если вы, допустим, игнорируете какие-то вещи, то есть, например, если вы игнорируете там, допустим, да, если вы игнорируете свои чувства, какие-то, да, вот, то в таком случае тоже
ну, в таком случае тоже вы будете испытывать определенные переживания, да, в таком случае вы будете испытывать тоже определенные трудности, вот, и это также, на мой взгляд, нормально. Так что есть основания, есть причины для этого, вот, я имею в виду, для того, чтобы вы себя так вот чувствовали, да, и, на мой взгляд, худшее, что вы можете сделать, это обвинить себя, да, ну вот как-то обвинять себя, я имею в виду, вот, худшее, что вы можете сделать, на мой взгляд, потому что, ну, ничего хорошего из этого не выйдет, да, ничего хорошего из этого не будет, из этого не получится, вот. Это важно понимать, важно понимать эти моменты, вот. Такая вот история, в принципе, такая ситуация. И, как мне кажется, именно в этом направлении вам нужно двигаться, как мне кажется, именно в этом направлении вам нужно как бы смотреть на это. То есть либо находить какие-то способы выражения своих чувств, способы выражения своих эмоций, вот, либо, ну, ситуация будет просто продолжаться, вот. А иногда, не всегда, но иногда бывает еще и так, что человек просто-напросто лишён своего, скажем так, ну, своего угла, если можно так выразиться. Вот. То есть, что такое угол? Это вот некий такой свой ареал, да, в котором человек может, ну, чувствовать себя неплохо. Вот, в котором человек может чувствовать себя, ну, хорошо, относительно хорошо. Вот, если у вас такого нет, то понятное дело, что агрессия тоже будет. То есть агрессия — это защитная, грубо говоря, соответственно, в поведении ваших детей, как это ни парадоксально, вы видите некую угрозу себе, вот. А что это за угроза? Что это за угроза? Что она из себя представляет? Нужно смотреть. Вот. Нужно смотреть, нужно изучать, исследовать. Вот, и, соответственно, тогда уже будет как-то вот, ну, более-менее, да, понятно, о чем идет речь. Вот. А пока что вот ситуация выглядит таким образом, что вы себя загнали в определенный тупик, вот, и определяйте себе требования, мягко говоря, неадекватные, вот, потому что вы не можете им соответствовать. Именно поэтому они, я имею в виду, требования неадекватны. Вот. Такая вот история, там, то, что я могу сказать вам, то, что я могу вам, ну, то, что я могу вам ответить. Вот.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы найдете возможность обратиться к специалистам, вот, и разобраться со своими проблемами. Я желаю вам удачи, всего самого доброго.